Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на 17-м международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в концертном зале имени Чайковского. И, разумеется, в прямом эфире телеканала «Россия. Культура». С вами журналист, телеведущий Александр Малич. И ведущая телеканала «Россия. Культура» Татьяна Геворкян. Нас ожидает финал уникального телевизионного состязания. Как всегда, «Щелкунчик» собрал самых талантливых юных музыкантов-струнников и пианистов-духовиков и перкуссионистов. В первом туре конкурса неделю назад приняли участие 48 человек из 15 стран мира. Но лишь 9 из них продолжат сегодня борьбу за главные награды. Она развернется на ваших глазах, и в ближайшие полтора часа мы узнаем, как распределятся золотые, серебряные и бронзовые «Щелкунчики». Профессиональное жюри будет делать свой выбор, а зрители – свой. Именно вы, друзья, должны решить сегодня судьбу приза зрительских симпатий. Как только на сцену выйдет наш первый участник, можно начинать голосование. Для этого отправьте сообщение с порядковым номером конкурсанта на короткий номер 1880. Наших участников поддерживает Академический симфонический оркестр Московской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Симонов. За дирижерским пультом сегодня маэстро Эйюб Кулиев. Итак, мы начинаем прослушивание третьего заключительного тура. Его открывают исполнители на духовых и ударных инструментах. И первой выступит флейтистка София Матвиенко. Софии 14 лет, она из Украины, учится в Полтавской школе искусств имени Кириченко у педагога Ольги Михайловны Соболевой. В ее исполнении мы услышим третью часть концерта для флейты с оркестром Жака Ибера. Друзья, поприветствуйте первого участника третьего тура, София Матвиенко. Порядковый номер для СМС-голосования 1.
София Матвиенко, номер один в СМС-голосовании. На протяжении всего конкурса юные музыканты получают мудрые, точные и очень доброжелательные советы жюри, а иногда и неожиданные творческие предложения, например, о совместном выступлении. Так что через год на открытии следующего «Щелкунчика» нас явно ожидают новые интересные дуэты и ансамбли, в том числе и членов жюри с нынешними конкурсантами.